в регионе докажет, в территориальном округе, что вот его турнир будет... И пожалуйста, лучше, а его, ну, пусть ему дадут. И они пусть, течет двух. Пусть ему дадут. А как по другому признать? РШФ должно быть над схваткой, Евгений Леонидович, над схваткой должно, а не разбираться там что-то. Ну, конечно, над схваткой. Но вы хотите сказать, что... Я к чему это говорю? Ну, например, у вас в любом округе два хороших турнира уже есть. Да. Вы их выбрали. Да. Вдруг пришел к вам еще один человек, миллиардер Пукин. В следующем году. В очередь. В очередь пусть стоит. А как? Нет, Евгений, тогда вы никогда не приходите. У нас не разобьются. Почему? Вы считаете, вы только сейчас хотите перенести эту нагрузку выбора на регионы, ну, на федеральный проект, и тут же боитесь за них, что они что-то там не разобьют. Они рассмотрят, пришел спонсор. Придет. У нас вот вопрос другой. Вы сначала определите 5 статусов. И если, например, туда из центрального федерального округа попадет 3, условно, я сказал, там 3, да? Замечательно. У них больше там, если кто-то придет еще. И 2 добавят, у них 5. Отлично. Тогда я предлагаю вам определить критерии ваших статусных турниров. Вы говорите, что вы предлагаете статусные турниры. Значит, первое тогда. Пишите критерии, что такое статус. Зачем он проводится? И так далее, и так далее, и тому подобное.